Вот такая у нас пасмурная погодка. По чуду снять море. В общем, как-то солнышко не видно. Вот такие у нас здесь беседки прекрасные внизу. А вот там вот под голубыми лежали. И там еще из соломы какие красивые суеты есть. Здесь вот такие красивые. Вот наша пальмовая роща. Вот наше кафе. Опа, пошел за вкусняшками. Вот принес айранчик. Чай у нас здесь. В общем, все дела. Сидим здесь. Пасмурное небо. Поэтому начинаем веселиться, праздновать. Я себе сегодня приобрела дочь шлепки. Хорошенькие, кожаные. Вот, пожалуйста. Смотри, какие красивенькие. А здесь такие мягкие. Говорил 35, а мы взяли за 20 их. Ну, один камешек, правда, уже вылетел, но ничего. Без камушка будем. А так они очень мягкие и хорошие. Вот Опочка пришел, принес вкусняшки. Опка вообще коричневый, уже весь шоколадный заяц получился. Вот вкусняшки. Вкусняшки принес, веселиться. Ну, пока, чусики. Bye. Bye. Мне надо много. Вот, жена пусть дома вот, сидит. Обувь покупаем, обувь сидит вот. Вот. Вот какие красивые. Ну, для зимы. Ну, не важно. Опа, у нас. Ложку в подарок обещают мне. Да, 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 да. И пакетик. Самое главное. Ложечка, мне везет. Ассаламу алейкум. Александр. Хорошо. Да, говори, вода ты купили? Не знаю, только сейчас напились. Вода? Вода тоже? Вода тоже есть. Хорошо. Султан, там много воды. Да, Султан кофе, вот раки. Султан, да. Раки, чай. Кофе, чай. Султан, чай много. А, пожалуйста. Еще идет Харшей Вардио, где кофе. Султан, да, Калилова, Султан отель. Султан отель 100 метров. 100 метров, да. Да, да. Ну-ка, оба ходи. Опа. Я тебя снимаю. Ты... Сири, серый, серый цвет, серый цвет, серый цвет. Тоже красивый, джинский. Красивый, да. Этот цвет вообще мне нравится, очень красивый. Да? Шеф, скажи, вот если две пары куплю, сколько, честно? 75? 70, да, 70. Я хотел бы 62 пары. Я сейчас гуляю, сейчас денег у меня нету, только вот... Хорошо. Но я приду обязательно, но я должен подумать, что ты скажешь. Я вообще хотел за 62 пары, потому что я ходил... А мам, есть ворочей красотки? Здесь самое? У меня красотки есть, очень удобно. Все есть красотки, мне модель. Ты скажи последнюю цену, чтобы я ночью 65. Я тебе не хорошо. Ну, я приду тогда завтра, деньги принесу. А нет, деньги? Сейчас нет, сейчас гуляю. Хочешь, вот как... Тебе нет, не мадам, деньги? Нет, я... Мадам, мадам нельзя деньги давать. Okay. Она сразу все растратит. Okay. Только у него деньги. Не ой, опа! Опа, это, говорит, отдам, браслет отдам. Все, а к тебя не пустят в отель Султан? Что персонал, я знаю, мне есть магазин, мне нет простей. Это шутка. Шутка, да. Кургуду. Так. За 60, да, сказал? 60. Хороший, 65. 60.
Какой-то мальчик здесь сидит на балконе, он загорает. Черные все, мордень черный, а сам черный. Пусть спит. Хотим предупредить вас, что наш бассейн глубокий и вход в море может быть резким, поэтому следите за вашими детьми и сами будьте осторожны. Желаем вам хорошего отдыха. Dear guests, we would like to warn you that our pool is deep and the entrance to the sea can be sharp, so keep an eye on your children and be careful yourself. We wish you a good holiday. Доброе утро всем. Смотрите, сегодня у нас такие волны. Такое у нас солнечное утро. Я пришла, убегонец. Так что наслаждаюсь. Где-то гуляет. Прогулочки, наверное. Яхта какая-то. На термометре это сегодня сейчас 28, так что он уже прогрелся хорошо, капитально. Идет, наверное, на причалу яхточка. Была на прогулке. Хочу вам заснять парад факелов. Смотрите, какие красивые факела у нас зажглись. Или факелы, или факела. Факелы. Ну, по-настоящему. Запах такой. Вы видите, как они красивые. Красиво. Горят. Обалденно. Прям по-настоящему. Отражение в стекле. Здесь вот мы по этому коридору идем, а здесь свет погорит. По этому коридору мы идем. На штрам тут входим.
на Питер, Витор. Утреннюю гимнастику делать нужно. Мальчик красиво танцует. Впереди наше здание, а здесь дополнительное. Записывается все. Вот он, аппетит, опочка. Вкусно все, да? Опочку покушал, салатик взяли. А я брокколи даже не видела, где там. Пока, какой аппетит. Доченька, вот еще раз по просьбе зрителей снимаю тебе все. Ты меня там увидишь в зеркале. Вот кто-то идет, несет супики вкусные. Вот какие уютные уголочки здесь. Просто прелесть. Здесь ресторан. Там кофемашины стоят, сок. Там холодильничек. Можно кипячки брать. Здесь вкусняшки. Видите, какие вкусняшки. Клубничка сегодня. Пожалуйста. Какие вкусняшки, тортики. Обалденные. Пока людей мало сегодня пришли. Мы в числе первых. Вот. Нужно поснимать немножко. Вот там горячие блюда все. Шикарный ресторан, конечно, очень приятно. Доброе утро всем. Сегодня воскресенье, 28 апреля. У нас с утра жара, 26 градусов. Сегодня обещает день. Жарким будет. Вот 27 показывает. Пожалуйста. Так что жара будет. Девять сорок пять, жарко очень. Так что будем наслаждаться сегодня жаркой погодой. Море спокойное, Гидальчик сказал, что уже купался. Вот. Нам осталось 4 дня, да, до пятницы. 4 денечка.
Видите, какое наслаждение, боже мой. Не могу просто. Сегодня море спокойное такое. Ой, красота, просто райский уголок. Не хочется уезжать. Все сделано для людей, для отдыха. В общем, наслаждаемся по полной программе. Посмотрите, сейчас будет прогулка, прокат. Вон, смотрите, встает. Сейчас прокатит. Все, пошли. Пони повел. Малыша. Малыш повел большиша. Держится. Качается. Там горячо. Горячий песок, невозможно ходить. Оп. Почему-то не отключается. Завис, что ли? Доченька, сниму тебе задний план. Иду сейчас как раз на море. Вот, сниму. Там вот эти виды. Вот крайние, и там еще вверху. В общем, задний план сниму тебе. Где лиги? Все цветет, благоухает, цветочки. Пальмочки стоят, все в общем как нужно. Вот там из соломенных. Какие кабинетки. Hello, morning. Сегодня очень много людей было в ресторане утром. Кушали все. Очень много людей прибыло, очень. Очень много. Какие у нас лиги здесь. Иду к морю, любуюсь морем. Людей очень много купаются. С утра прям. Виталий говорит, накупался, вода очень теплая. Это вчера мы. Дождик шел, и было бы прохладнее. Вот такие дела. Послушайте шум прибоя. Вон там вдали наши отели стоят. Так что, доченька, все тебе по просьбе за твои слова. Написано по-русски, по-немецки.
пойду к морю. Сниму тебе море. Вот спасатели уже устанавливают свои грибки. Все. Вчера, видишь, как спасали мужчину. Не хотел слушать. Побежал в море старика. Ну что ж. В чем прибой, это что-то лечит на все 100. Приятного дня вам и морского прибоя хорошего. Вот такая водичка хорошая. Супер классно. Сейчас полежу, позагораю. И далее солнце кефирчиком. Пока, чусики. Добрый день. Мы находимся в городе Манавгат. Купила здесь себе очки от солнца. Пожалуйста, посмотрите, какая красота. Вот базар. Копался дальше. Фонтанчики там какие-то маленькие.